Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий день. У Беларуси вызначены 10 лепших работ белорусских ученых по выниках минулого года. В этот список трапили и распрацовки Института механики металлополимерных систем Национальной академии наук. Как робятся вынаходництвы сусветного узровня и в каких сферах оказались запотребованными новые материалы, высветлял Олег Сентеров. Распрацовки Института механики металлополимерных систем Национальной академии наук ведомые в этом свете. Але еще раз трапить у топ-10 лепших белорусских распрацовок все равно приемно. Особливо, когда ранее никто ничего аналогичного не робил. Эффекты проявления свышкритичного стану у полимерах. За назвой работы, не совсем зрозумелой для человека, далекого от науки, новые горизонты одразу для нескольких колен экономики. Увогуле идея отримания принципово новых материалов народилась несколько годов тому, во час проведения опытов по вывучению якостей одного из полимеров фторопласта, больше ведомого у народа как тефлон. При том, что и сам фторопласт для ученых полимер до этого часу настолько загадковый, что никто не может докладно спрогнозовать его поводины у разных умовах. Гамельчане накировали на опытный узор лазерный промень и нечакано отримали принципово новый материал, який можно выкористовывать у достатково широкой сферы, от нафтохимии и медицины до алмаза працовки. Реально в 1000 раз уменьшено количество выбросов газов вредных, кислотных выбросов, потому что бриллиант после огранки, на нем содержатся и пальчики, и клей, и там следы металлов всяких, и его чистят. Финишная стадия – это промывка в кипящей смеси азотной и серной кислоты. По словам гомельских ученых, сегодня они отримывают целый комплекс новых материалов, которые набывают предприятия Беларуси, России и Украины. Это так само было одной из задач – знайти рынки сбыта. По великим рахунку, кажут, укоронить вынаходництво зараз зусім непросто. Для шмат таких вытворцев больше легко набывать уже ведомые на рынку материалы, чем укоронять новые. Але и эту задачу науковцы поспехово вырашили. Проще купить проверенное, там, импортное, которое надежно работает. Но, скажем так, институт уже имеет имя. Это имя уже звучит на многих предприятиях. Меж тем, свою работу супрацовники Института механики металлополимерных систем завершены не лечат. Ведьми, кажут, еще шмат незразумелого у поводенных фторопласту. Навод зробленное вынаходницы с кропки глядения классичной науки у полной меры растлумачить немогчимо. А коли доследования протягнутся, таемниц может оказаться еще больше. Разгадать их и сказать у сусветной науки свое слово для кожного соправного ученого – это, напевно, и есть сенс життя. Законы химии наверняка действуют. Но процессы протекающие, они доли секунды, и те вещества, которые образуются, они живут доли секунды. И благодаря своей химической активности они взаимодействуют, меняются. Зарегистрировать их обычными химическими методами, ну, наверное, невозможно. Возможно зарегистрировать только конечный итог. Вот конечный итог мы и пытаемся определить, какой он в разных условиях воздействия. Олег Сентюров, Елена Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Новогодние колядные святы, бодай лепший час, как пробить добро, делиться радостью и душевным теплом. Наша огульная допомога, необходимая 10-годовому жихару города Хойники Ягору Жукову. Хлопчик покутая серьезной хворобой кишечника. Зараз он находится в Гомельской областной клиничной больнице. За час лечения Ягору было сделано 6 операций. Однако провести операцию, которая поставит его на ноги, в нашей стране не уявляется махчимым. И готовы сделать у Израиля, однако кошту 80 тысяч долларов для семьи Ягора является неподъемным. Тому семья Жуковых звертается до всех необъяковых людей с просьбой допомогчи им у этой непростой житевой ситуации. Перелечить ахвярование на лечение Ягора вы можете на доброчинные рахунки, которые зараз бачите на своих экранах. Протягиваем выпуск. Завтра у Гомеля отбудется премьера спектакля мюзикла «По шчупачиным загаде, по новогодним жаданиям». Представление по мотивах народной казки поставили педагоги и выхованцы школы мастерства Новой Гуты. И по водухах глядачов, это одно из лепших новогодних шоу на Гомельщине. На минулых выходных его оценили жихары агрогородка Урыцкая.
Гэта ўжо 6-ы навагодні спектакль у рэпертуары Навагудскай школы мастацтваў. Маша Мядзведзі, Снежная каралева, прыгоды князя Гвідона. Зараз вось казка па шупачыным загадзе па навагоднім жаданні. Над мюзіклами працуе узорны харэаграфічны калектыў «Карусель». Тэмы шукаюць праз інтэрнэт, сценарый пішуць і дапрацоўваюць самі. Работа над пастаноўкай займае некалькі месяцаў. У спектаклях прымаюць удзел настаўнікі і вучні. Усяго каля 50 чалавек. Запрашаеце выпускнікоў. Мне очень нравится играть на сцене, нравится дарить людям какие-то эмоции, чувства, чтобы они переживали со мной, может быть, радовались со мной. Костюмы робят сами, шиют наставники. Каждый актер самостоятельно допрацовывая образ своего героя. Атрибуты робят мастаки, при студии есть свое мастацкое отделение. По огульным меркованиям, разыночках этих спектаклей у хореографии. Когда номер смотрится с подтанцовкой, обыгрывание, когда действующие лица двигаются, это намного интереснее. И мое ощущение, ну, по зрителям мы смотрели тоже живое представление. Оно нравится детям. Школа мастацтва у Новой Гуты вядома не только на Гомельшине. Больше як 100 концертов в год, гастроли у России, Германии, Италии. Новый новогодний спектакль уже оценили жыхары Новой Гуты, Зябровки, Терешковичев, Бярозок, Урыцкага. 12 студеня магчимость протягнуть новогодние святы и отримать незабывные уражения будет у Гомельшан. Выступление отбудется у концертной зале дитячей школы мастацтва номер 5. Початок о 18 године. Евген Поблавец, Александр Токаров, телерадокомпания Гомель. У Гомелі падвялі вынікі акцыі «У Новы год без правапарушэнняў», удзельнікамі якой сталі навучэнцы сярэдніх класаў. Мэта мерапрыемства цікава і карысна арганізаваць вольны час падлеткаў падчас школьных канікулаў. Каля 5000 школьнікаў прынялі ўдзел у спартыўных спаборніцтвах – лыжы, футбол, валейбол, баскетбол, хакей. Каб прыняць удзел, не трэба спецыяльных навыкаў, дастаткова толькі жадання. У выніку самымі актыўнымі і спартыўнымі прызнаны 19 школьнікаў, сярод якіх 3 дзяўчынкі. Пераможцы атрымалі дыпломы з рук алімпійскіх чэмпіёнаў Леаніда Гейштара і Ігара Макарова. Потенциал ёсць, но ім надо заниматься. Дзяцей надо привлекаць, дзяцей надо завлекаць, я не знаю, удерживать. Я сам дзюдаіст в любые секцыі. І ёсць і лёгкая атлетика, ёсць тяжёлая атлетика, да, ёсць гребля, ёсць футбол, хакей, неважна куда, главное затащить іх вот именно, чтобы они занимались. Але на гэтым магчымасці праявіць сябе ў спорце для школьнікаў не заканчваюцца. Зараз ідзе падрыхтоўка да спаборніцтваў па зімовых відах спорту. У Беларусі на працягу мінулага тыдня праходзілі мерапрыемствы з нагоды вялікага свята Раства Хрыстова. Дабрачынныя ёлкі, канцэрты, наведванне прадстаўнікамі духавенства хворых дзетак у бальніцах, благаславенне нованароджаных у радзільных дамах. Часцінка Божай міласці ў гэтыя дні была дараваная кожнаму. І, зразумела, у царквах і храмах краіны прайшлі святочныя богаслужэнні. У правядзенні аднаго з іх у Свята-Петрапаўлаўскім кафедральным саборы прынялі ўдзел свяшэннікі з Расіі, Украіны, падрабязнасці ў нашага корэспандэнта Марыны Севярьянавай. Раз некалькі хвілін пасля пачатку службы далей парога прайсці нельга. Любое царковнае свята збірае ў Свята-Петрапаўлаўскім кафедральным саборы шмат прыхаджан. Але богаслужэнне ў мінулую нядзелю было асаблівым. Правесці разам з епіскапам гомельскім і жлобінскім Сцяфанам боскую літургію і яшчэ раз уславіць нараджэнне Сына Божага прыехалі свяшчэннікі з Расійскай Федэрацыі і Украіны. І кожны з гасцей, не дамаўляючыся, нагадваў аб самым галоўным сёння – міры. Не толькі сямейным і грамадзянскім, але духовным, Божьим, особистым, досягнению якого как раз и вучил Иисус Христос. И вот если человек способен ощутить в своем сердце этот божественный мир, то он почувствует и преображение своего внутреннего мира. И через это преображение он становится гораздо ближе к людям. Сердечно вас всех поздравляю с праздником. Великим праздником Рождества Христова и желаю крепкого здоровья, спасения души и мира, потому что в сегодняшнее время надо ценить мир как в душе, так и в вашей стране. Желаю крепкого мира. Храм прыхаджане наведваюць часцей за ўсё з просьбамі альбо падзякай за Божую дапамогу. І ў большасці гэта людзі сталага ўзросту. Але ў апошні час, кажуць свяшчэннікі, за дапамогай альбо парадай да іх звяртаюцца і маладыя людзі, на жыццёвым шляху якіх узнікаюць, здавалася б, неадольныя перашкоды. І для кожнага тут знаходзяць час, разумную параду, словы суцяшэння і падбадзёрвання. І нагадваюць, што Бог для ўсіх адзіны. Трэба толькі памятаць, што ён павінен жыць у сэрцы кожнага. Когда
ангелы явились и возвестили о рождении Христа. Они воспели молитвенное песнопение «Слава Вышних Богу и на земле мир». Вот дай Бог, чтобы и далее этот мир и любовь пребывала в наших сердцах, в наших семьях, в наших республиках. Зараз идет шарга святочных дён, что злучая Роство Христова с еще одной великой подеей у духовном житии православных христиан – хрещением Господним. Гэты час треба присвятить родным, семье, детям и батькам, а так само подарить крыху свою теплыни одиноким и хворым людям, займаться доброчинностью. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Новини регіону, інформацію про проєктах телерадіокомпанії «Гомель» ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvergomel.by. На цьому випуск завершений. У студії працював Олександр Гамоля. Усього вам доброго і до зустрічі в ефірі.